23 марта начинается досрочный период государственной итоговой аттестации. Он продлится до 11 апреля. Досрочной сдачей допускаются лица, которые в полном объеме освоили образовательные программы за 9 и 11 класс и на основной период сдачи ЕГЭ и ОГЭ имеют уважительные причины. Среди тагильских школьников нет желающих сдавать экзамены досрочно. В том числе это могли быть выпускники прошлых лет. То есть они сдают обязательно либо в досрочный период, либо в резервные дни основного периода. Когда основной период идет, выпускники прошлых лет не допущены до итоговой аттестации. Поэтому в этом году и выпускники прошлых лет пока на досрочный период не заявились.